В столице Верхневолжья установят новый памятник. Его возведут в честь Павла Максимовича, человека, который основал первую в Твери женскую учительскую школу. Именно она стала предшественницей Тверского государственного университета, где до сих пор чтут Павла Павловича. Этот год знаковый для ТВГУ. 2 декабря исполняется 150 лет со дня основания школы Максимовича. К этой юбилейной дате приурочено множество памятных мероприятий. Уже сейчас все желающие могут ознакомиться с тематической онлайн-выставкой. Выставку онлайн, посвященную Максимовичу и школе Максимовича, посмотрели очень многие выпускники Тверского государственного университета. И мы получали самые лестные отзывы о том мероприятии, которое прошло и в стенах нашего университета, и в стенах библиотеки имени Горького. Личности Павла Максимовича была посвящена пресс-конференция, прошедшая в стенах университета. Именно здесь впервые огласили идею о создании памятника. Инициатива была выдвинута Ассоциацией выпускников. В течение 8 месяцев над проектом памятника работает тверской скульптор, член Союза художников Российской Федерации Шеградский Александр Сергеевич. Стоимость памятника по скромным нашим подсчетам составляет около 2,5 миллионов рублей. Одной из целей пресс-конференции стала необходимость сбора средств на возведение. Валерий Пленкин обратился к простым жителям, выпускникам, преподавателям, студентам и меценатам, которые готовы оказать посильную помощь. Уже сейчас к благородной и важной работе присоединилось Тверское отделение Международного фонда мира. Уже многие годы мы являемся партнерами с Тверским государственным университетом. А для того, чтобы закрепить в сердцах и памяти многих и многих людей память о Павле Павловиче Максимовиче, наше участие тоже определенную роль будет играть. Нам доверено аккумулировать на счетах фонда средства, которые будут поступать для реализации этого очень важного, благородного проекта. Мы надеемся на отклик большого количества людей, потому что это действительно сегодня чрезвычайно важно нести историческую память. Так, в апреле запланирована закладка липовой аллеи имени Максимовича. Она будет располагаться в студенческом городке на Соминке. Кроме того, все члены коллектива университета и почетные гости удостоятся чести получить юбилейные знаки за заслуги перед школой и университетом.